некоторые обзоры по сделкам. То есть одна из сделок тоже на фондовом рынке у нас по клубу на российском рынке была сделана через золотобытчиков. Мы покупали и Петропавловск, и Полиметалл. По Полиметаллу достаточно хорошо получилось заработать, порядка 40%. Соответственно, здесь и фундаментальная вещь сыграла, и технический анализ не подвел. В принципе, удалось сократить позицию на 70% по практически по хаям, по локальным максимальным значениям. Вот. Основную инвестиционную часть продолжаем держать. И также недавно скидывал скрин в клуба по уровню 1600. Соответственно, те, кто находился, да, там видели этот уровень, по 1600 некоторые заходили. Вот. Сейчас тоже думаем, чтобы еще увеличить позицию. Вот. Важно понимать, что по золотодобытчикам у нас определенно есть себестоимость золота у всех. Меньше всего, по-моему, Полиса, потом идет Полиметалл, потом Петропавловск. И если цена золота растет, то, соответственно, маржинальность очень сильно увеличивается. Рекомендую почитать интервью генерального директора Полиметалла, который, по-моему, в «Коммерсанте» или на «Ведомостях». Там тоже будет достаточно интересно.